конце 80-х годов, Владимир Тетенко. Мы вынуждали ребята, мы вместе ездили, это было 4 человека, тогда Перельман, которого, наверное, все знают, скандально известный великий математик, Матвеев, Тетенко, у нас была команда из 4 человек. И как-то раз он увидел, что я вот читал книжку про это, я как сейчас помню, это самая книжка «Живые числа», которую сказал, у нас было нехорошее учение. И вот я читал, и он обратил внимание, и вдруг раз, я придумал доказательство, удивительно просто. С очень-очень-очень симпатичной картинкой. Каким образом можно рисовать нечетные числа? Замечательный способ. Давайте рисовать число 1 при помощи половины клетки. Число 3 при помощи полутора клеток. Число 5 – 2,5 клетки. Число 7 – вот так. Ну и мне надоело. Так, что это за число? 1, 2, 3, 4. Это, значит, 8 плюс 1, это число 9. Пусть у меня будет, ну я не знаю, что-нибудь еще, скажем, вот такое. Это что такое за число? Это число 3. Ну и пусть у меня, все, пусть больше ничего не будет. А другое разбиение, пусть будет такое. Так, я сейчас размахнусь побольше, для того, чтобы вы поняли, что числа вообще-то и большие бывают. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 плюс 1 это называется число 17. Так, ну дальше давайте пусть будет, например, вот так. И на этом я. Так, и на этом я остановлюсь. Сейчас, сейчас у нас все будет, ребята. Так, вот это число. 1, 2, 3, 4, 5, это 10. Это будет число 11. Ну и, например, здесь у меня тоже будет число 0. Отлично. Вот нужно сейчас каким-то образом понять, если честно, я уже очень сильно вам это сказал, потому что идея представлять нечетные числа таким образом, совершенно непонятно, почему это надо так делать. Да? Но тем не менее, ну и что? И что будем делать? Так вот, оказывается, все, что здесь нужно сделать, это нужно было их рисовать не углом из одной точки, а нужно было сделать, чтобы вот эта точка, здесь есть такая точка, и здесь есть соответствующая точка, чтобы вот эти две точки совпали. Ну, каким образом мне быстрее всего сделать это на этой картинке? Просто-напросто вот эту штуку сдвинуть на единицу вправо и на единицу вниз. Тогда смотрите, что будет. Здесь у меня получится 3. Да? Это вот бывшее число 3. Отсюда вот это вот вообще уедет. И здесь будет 9. Это 1, 2, 3, 4. Да, все, вот это число 9. Отлично. Смотрите, что произошло. Здесь есть разбиение 3 плюс 11 плюс 17. Здесь есть разбиение 3 плюс 9. А здесь прямая под 135 градусов, да, положительного направления ответственности. Так вот, господа, видно, что вот эта штучка, это треугольник. И размер этого треугольника, это в точности разница между количеством слагаемых здесь и количеством слагаемых здесь. Ну, отлично. А что такое разница между количеством слагаемых? Смотрите, здесь вот у меня z, а здесь z минус 1. Соответственно, если у меня в первой сумме было 2 слагаемых, а в той сумме было 3, то, соответственно, будет здесь n будет минус 1. Ну, замечательно. А n квадрат это как раз есть площадь 4. Потому что мы же договорились, что половина клетки это единица. Вот это вот это единица. Соответственно, если вы берете какого-то размера n на n, то это будет соответствовать числу n квадрат. Это и есть вот это вот число n квадрат. Отлично. Теперь откуда берется вот это? А очень просто. 2 берется из-за того, что клеточка, это полклетки и полклетки, это 2. Отлично. А вот, это просто разбиение числа, ну, того, что осталось, на слагаемые. Посмотрите внимательно. Вот эта картинка
с такими странными нарисованными нечеткими числами, это в точности вот эта вот разница. Это только первое из обещанных доказательств.